Пациент пришел к врачу. Врач говорит: «У меня для вас две новости. Плохая и очень плохая. Какую хотите услышать первой?» «Ну, давайте просто плохую. Вам осталось жить 48 часов». «А какая же тогда очень плохая?» «А очень плохая новость, что я забыл сказать вам об этом 2 дня назад». «Выйдешь за меня?» «Ну, конечно, дорогой. Я так долго этого ждала». «Ну, тогда завтра к 8. Спецовка у Михалыча в коптерке». Мясная лавка. Минута до закрытия. Вбегает запыхавшаяся женщина и говорит: «Слава богу, успела. У вас куры есть?» Мясник достает из морозилки единственную курицу и кладет ей на весы. Весы показывают килограмм. «А побольше нет?» Мясник убирает курицу обратно, потом достает ее же, кладет на весы и прижимает пальцем. Весы показывают 1,5 килограмма. Женщина такая: «Отлично, мне будьте добры обе». На ферме заболел конь. Ветеринар: «Если утром не встанет, я его усыплю». Утром конь не встал. Рядом лежала свинья. «Друг, пожалуйста, ну вставай, или ты умрешь». Конь встал. Фермер такой: «Это чудо! Это надо отпраздновать! По такому случаю зарежем свинью!» Приходит мужик в аптеку и просит средства от глистов. Аптекарь спрашивает: «Вам для взрослых или для детей?» «Я, к сожалению, не знаю, сколько лет этим глистам». Супруги переехали в новый дом. «Послушай», говорит жена, «надо купить срочно шторы, а то когда я стану раздеваться на ночь, соседи могут увидеть меня». «Не надо тратиться», отвечает муж, «когда они увидят тебя, они сами купят шторы».